Уважаемые господа, коллеги, артисты, продюсеры, поклонники и просто любители музыки, это информация для вас. Для начала разрешите представиться. Меня зовут Сергей Рогожин. На профессиональной сцене 30 лет. Начинал в легендарном ленинградском рок-клубе в качестве солиста группы «Аукцион». Потом был солистом популярной группы «Форум». На сегодняшний день заслуженный артист России и последние 16 лет – параллельно с творчеством, занимаюсь бизнесом в области финансового консалтинга. Моему опыту в творчестве и в бизнесе можно доверять. Итак, само предложение. Американская компания Starriser, которая является международной интернет-сценой и площадкой по продвижению творческих людей, предлагает участие в новом проекте. Компания объявляет конкурс на лучшего артиста, лучшего продюсера и лучшего поклонника. Победившие в конкурсе приглашаются на фестиваль, который будет проходить два раза в год – осенью в Европе и в конце года в Америке. Не важен жанр, не важен язык, на котором исполняется произведение, не важна ни национальная принадлежность, ни возраст участника, никаких слепых прослушиваний, только любовь поклонников. Победителями станут те, у кого будет наибольшее количество скачанных треков. Но это еще не все. У нас проигравших нет, так как за каждое скачивание артист получает 25 центов в свой кошелек. Сейчас это максимальная выплата в интернете. А тот, кто его продюсирует, 10 центов за одно скачивание. Для поклонников тоже предусмотрена система вознаграждения. Основная миссия компании – поиски продвижения талантов, а также борьба с пиратством. Каждый талант должен быть оценен по достоинству. Девиз компании «Если ты звезда, докажи это миру!» Каждый день наши ряды пополняются десятками профессионалов и начинающих из всех стран мира. Добро пожаловать на международную интернет-сцену и глобальную систему продюсирования Starriser. Вперед!